Что там, кому надо от меня что-то? Алло. Что ты сказал? Ты серьезно? Погоди, алло. Я здесь. Да ничего, в воду упал. Хоррор требует. Ладно, я сниму. Мото G, телефон, который не промокает в воде. Пау. Да, воду непроницаемость. Ну что, ребят, я вроде сухонькой. Можно начинать. Case Animatronics. Начинается хоррор, называется так. Не забудьте надеть наушники, внимание. Я не увидел, что было написано после слов «внимание», но я думаю, на это можно насрать. Похоже, я уснул, уже почти полночь. Это еще что такое? Твою мать! Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Вы что, прикалываетесь? Это Вилав Геймс озвучивает. Охренеть. Твою мать, серьезно. Дениска, привет, с вами Серж. И сегодня я и Вилав Геймс, и Денис играем в игрушку Case Animatronics. Подсказка. Чтобы взять фонарик, наведите на него мышкой и нажмите кнопку действия на E. Alright. And... Да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Планшет — это вот эта хреновина. Сколько все это стоит? Нажмите левую кнопку мыши, чтобы включить планшет. Так, ясно, понятно. И что это у нас там? Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Погодите, то есть, короче говоря, эта игрушка что-то типа FNAF. Давайте так, я никогда не признавал серию игр FNAF. И нажмите левую кнопку мыши, чтобы выключить планшет. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми, это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Короче, ребят, давайте так, я никогда не признавал, ой, я не буду туда смотреть, там слишком темно. Я не признавал никогда игры серии FNAF, я не знаю почему, но мне кажется, что именно эта игра, она, ну она в принципе построена на той же самой схеме, что и Five Nights at Freddy. Если, короче, вам эта игрушка понравится в моем исполнении, ставьте пальчик вверх, если наберем, я не знаю, там, 7 колоссов, то я выпущу вторую серию. И обязательно, чуваки, напишите свое мнение вообще об этой игре и о происходящем здесь в комментарии. Я должен же знать, я должен же получить хоть какой-то фидбэк от вас. Я могу идти, я могу обследовать сие действия. Да, у меня фонарик, что ли, садится? Вы что, прикалываетесь? Я залез под стол? Нахрена? Блин, знаете, найдите диспетчерскую и включите свет в помещение. А почему у меня здесь вообще планшет, а не мой телефон? Слишком темно, сука. Блин, вы прикалываетесь? Нахрена? Нахрена мне кто-то позвонил и заставил играть в хоррор? Братва, что за мать его говнище? Батарейка, батарейки очень мало. А я где нахожусь-то? Я нахожусь типа здесь, да? Типа, все не работает. Да? Лады, я все понял. Да я понял, ёпта. Так, окей, пончики. Все, сожрали все, молодец. Как бы, чем больше едим, тем меньше хотим. Я, правда, не знаю, что. Ну да ладно, давайте поищем что-нибудь вот в этих ящиках. Может быть, найдем что-нибудь интересное для себя. Или не найдем, собственно, ни хрена. Скорее всего, ни хрена мы здесь и не найдем. Что у нас здесь? Документарий Advance. У меня моргает фонарик, и мне кажется, что финал уже близок. Хотя не хотелось бы, я хочу вообще поиграть достаточно долго в эту игру. Ладно. У меня слюнки потекли. Господи, зачем я в это играю, сука? Я конченый идиот. Open the door, сука. Слушайте, я надеюсь, меня ничто очень страшно не напугает. Дениска, Вилав Геймс. Братан, спаси меня, пожалуйста. Я думаю, что ты смотришь, конечно же, мое видео. Я ж, сука, смотрю твои стримы на Твиче. Чуваки, если вы не смотрите Вилав Геймс на Твиче, вы очень много теряете. Это, по-моему, самый топовый стример всея Твича. Ну, конечно же, после меня. Знаете, мне кажется, что я слишком много разговариваю. И я вижу... Я ничего не вижу, здесь очень темно. Но я вижу свет. Что это, сука? Это лампочка, которую я зачем-то выключил. Хотя не стоило, наверное, этого делать. Братва! Где, сука, батарейки? А как вообще понять, где я нахожусь-то? И куда мне, собственно, идти? Мне что-то страшненько. Где я нахожусь-то, твою мать? Ой, там что-то было. Ёб твою мать. Что это за говнище там такое? Ой, дверь закрыта. Ну и слава богу. Я не хочу туда... Блин. То есть?
В этой игре нам предстоит от кого-то прятаться, да? От кого? Ох, господи, а что если человек хочет какакать и в это время... У меня заработал фонарик? То есть мне достаточно было спрятаться в сраный шкаф для того, чтобы я стал все... Ой, нет-нет-нет, этого хватило ненадолго. О, привет! Что у нас здесь? А у нас здесь комната допроса. Я не помню, в какой комнате лежат сраные фонарики, но здесь дверь заперта. Чуваки... Ой, блядь, что там происходит, сука? Я буду ругаться матом, если мне будет страшно. А, раздевалка. Дверь закрыта. Твою мать! Зал совещаний. Зал совещаний, я сказал. Дверь закрыта! Что за мать твое говно здесь происходит? Серч. Привет. Брат, я надеюсь, ты меня не напугаешь, сука. Я надеюсь, ты меня не съешь. Что же, блядь, сделать-то? Привет, братишка! 80! Так! Ты давай тут своими красненькими глазиками, тут это не того. Блять, они же страшно пугать будут. Сука, чё делать-то, ёб твою мать? Блять, какой он стрёмный! Дверь закрыта, чего, блять? Ключ-карта 870 там было написано, да, у него на листочке? Ребят, можно я закончу игру, пожалуйста? Я не хочу играть в него, мне очень, сука, страшно. Ладно. Комната допроса. Подождите, я же здесь был. Я вышел отсюда. А, я все понял. Я ни хрена не понял на самом деле, чуваки. Уборная. Я не могу зайти в уборную, какого хрена здесь есть камера, чуваки. Комната уборная. Ничего, одна уборная. Сколько же здесь уборных? Да почему везде двери закрыты, твою мать? Камера не работает. Найдите диспетчерскую и включите свет в помещении. Знаете, можно, наверное, отбросить все свои волнения, потому что, как минимум, до того момента, как я не найду диспетчерскую, ничего страшного здесь не должно произойти. Но это, знаете, как в Слендере. Пока ты не найдешь первую записку, ничего, собственно, не случится с тобой. Поэтому чего я боюсь, я не знаю. У меня фонарик, блядь, не алло. Ребята! Да ладно, мать твою, ты прикалываешься? У меня сдох фонарик. Что мне делать? Ладно, давайте. Я знаю, что где-то здесь находится хренов ящик. Да, понять бы, как бы, как к нему пройти. Вот типа стол. Да, я помню, что где-то здесь должен быть ящик, в который я залез. И, короче, там все заработало. Типа фонарик у меня стал гореть отлично. Блять, как зайти-то в ящик? Я ничего не вижу, мать твою. Говно, жопа. 2%. Лол. Это чё? Это, мать твою, что за говнище сейчас там было? Что это? Блять, я чё, блять, как маленькая девочка играю вообще в эти хорроры? Где, блять, шкаф вообще стоял здесь, твою мать? Так, все, у меня очень мало времени. Мне нужно найти комнату 870. До тех пор, пока у меня батарейки вообще, сука, не пропадут до конца. Так, ладно, чуваки, я не знаю, сколько я уже провел времени в этой игре, но мне, сука, очень страшно уже. Я хочу закончить ее поскорее. По-моему, я хожу кругами. Давайте не будем ходить кругами, мы будем ходить просто по коридорам. Сука, почему так страшно, твою мать? 870. Может быть, это код от какой-то говнистой хрени. Может быть, надо позвонить по телефону 870. Может быть, куда-то надо нажать. Куда-то надо нажать и куда-то надо ввести 870. Вот прям сатага инфа. Я надеюсь, что вы все, никто, вот просто ни в коем случае, чуваки, не советую вам жрать, пить вкусняшки и прочие там дела делать. Потому что если я внезапно заору, вы можете подавиться. И вам от этого станет даже, я бы сказал, нехорошо совсем. Пончики найдены. Что у нас здесь? Здесь ничего нет. Господи, мне холодно. Мне холодно, я сказал. Мне холодно. Все, я выключил эту срань, которая охладила мое трахание. Моя задача что-то найти. До тех пор, пока мои батарейки полностью вообще не исчерпают свою энергию. Да почему здесь ни хрена нет, сука? Чё делать-то вообще в этой игре надо? Ну, как бы надо найти диспетчерскую и включить свет, но я понятия не имею, где она находится. Чуваки, если вы знаете, где находится диспетчерская, пожалуйста, напишите в комментариях об этом. Под стол. Ну да, ёпта, самое время спрятаться по стол, идиот. Кстати говоря, очень полезная информация. Это что? А, нет, это можно под стол спрятаться. Я знаю, что главного героя зовут Бишоп. Или Бишоп, или в общем как-то так. Ой, я икнул. Надо было, наверное, вырезать все эти моменты с хождением, рождением. Хотя, знаете, нет, я не буду вообще резать эти хорроры, потому что... Опа! Короче, на стене что-то есть. А, нет, это просто такое отражение. Ладно. Вытерли сопли, слюни и пошли. Ну, смотрите, там что-то находится. Там определенно что-то странное. Там труп. Сука, это труп Бишопа. 100%. 100% инфа, что это труп главного героя. Так. Уборная.
Сука. 13 минут геймплея и ничего нового. Всем привет, с вами Серж, я люблю играть в хорроры. Ну, как сказать, люблю. Не то чтобы люблю, так просто иногда поигрываю, делать нечего. Мне нужна ключ-карта. Братан, я не знаю, где ключ-карта. 8-7, чего-то там, была закрытая штучка, я не вижу, что там написано. А я могу приседать? Нет, нет, к сожалению, я присесть не могу. Батарейка разряжена на этом сраном планшете. Чё делать-то, ёпта? Ребят, может быть я... Записок у меня здесь нет. 0 из 14. Продолжить игру, начать с контрольной точки. Давайте-ка я начну с контрольной точки. Я не достиг контрольных точек. Замечательно. Да, ага, привет. Оооо! Да ладно, мать твою! Блять, я 14 минут, сука, пытался пройти вот от этой, сука, двери. Вот вы просто поймите, от этой двери вот до этой 14 минут. Ладно, 13 минут геймплея. Фух, ладно, мне уже, сука, ничего не страшно. Я вот сейчас просто показал Ultimate Gaming, да, поэтому теперь мне нужно что-то найти, чтобы я куда-то нажал. Я нажму сейчас вот сюда. Дверь можно закрывать? Эй, я могу закрывать двери. Отлично, 23 градуса. А что надо сделать-то? А куда нажать-то? Ёб твою мать. Ребята, куда нажать, чтобы выиграть, плиз? Сэмми, what the hell? Здесь, что ли? Пиздец. Вот, блять, я просто ждал этого момента, когда я обосрусь. Аниматроники съели вас, сука, выйти в главное меню, вы не поверите. Так, внимание, людям со слабыми... Да что, сука, там какие слабые люди? Я не... Нервами и беременными не рекомендуется играть в данную игру. Я слабая беременная женщина, ребята, я играю в эту игру. Вы заслуженно должны поставить мне Лоис. Похоже, давайте. Я уснул. Да, ты уснул, как бы можно это уже скипнуть? Почти полночь. Смотрите, оп. Ладно, давайте, короче, я не буду задерживаться, ведь я знаю, куда нам идти. Да, это главное. И я понятия не имею, каким образом меня тогда убил... Чё, ёб твою мать, какая дверь закрыта? Вы чё, прикалываетесь? Во, дверь открыта, все замечательно. Так вот, Чё, блядь, это было там? Я не знаю, что там было. Я реально не знаю, что там было. Я знаю, что меня убили аниматроники, да? Вот сейчас. Типа, окей, найдите диспетчерскую и включите свет в помещении. Я не могу назад отойти. Я не могу отойти назад, сзади меня... Блять, что делать-то? А может быть, надо на тап нажать? Вы. О, вот он. Вот он, прям позади меня стоит. Или нет? Да, эта мразь стоит позади меня. А что делать-то, ёб твою мать? Б8. Б9. С1, А1, Б1, Б2, Б3, А2, архивы и все остальное там ноу сигналится. А как бы что тут нажать-то, ёб твою мать? Что делать-то, господи? Член! Я не понимаю, как можно пройти этого аниматроника. Ребята, я реально не знаю, но давайте попробуем еще раз. Приснится же такое. Стоп. Ой, ёб твою мать. Полночь, пора идти домой. Погодите, чё? Этого не было. Ночной вызов. Надеюсь, обойдется без выезда. Чё за приколы? Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Твою мать. Надо бы сходить проверить счеток в диспетчерской. Что снова? Что снова все по новой? Вот сейчас-то, мне кажется, и начнется кромешный пиздец. Давайте-ка я лучше закрою дверь, да? Дверь, я сказал, закрою лучше! Отлично, закрыл дверь. Так, значит, я здесь. No signal! 99% и no signal. Подождите, тут какая-то залупня дергается. Тут что-то дергалось. Я видел! Вот! Что это за, мать твою, жопа, три ноги? А, вот эта схема помещения. Отлично. Так, ну, в принципе, что? В принципе, это можно было бы сфоткать на телефон. Да, но я этого делать не буду. Опачки!
Ну-ка, давайте почитаем. Я сделал Эмме предложение. Это 87-й год. И вообще этот день запомнится на всю жизнь. Начало лета, первое число, первый запуск двигающихся аниматроников. Они даже носят детям пиццу. На всякий случай сделал систему удаленного управления. Вдруг с персонажами что-то произойдет не так. Увидел на складе запчастей костюм аниматроника из семейного ресторана. Старый, уже выцвел, но работает. Даже вроде модернизирован немного. На данный момент задача обезопасить жизнь детей. Есть парочка идей. Но, думаю, власти откажутся сотрудничать. Хотя попробовать стоит. Начали поступать предложения от других организаций. Тоже хотят мои чертежи с модификациями. Но вынуждены им всем отказать. Как-никак нельзя нарушать пункты в договоре. Окей, отлично. Я так полагаю, что... в сей раз... Во всяких таких штуковинах будет гораздо больше записок, нежели в прошлый раз. То есть в прошлый раз я, вообще в самый первый раз я шарился по всем этим штучкам, да, и нигде не было никаких записок. А теперь я думаю, что в столах можно найти много чего интересного. И вообще мне кажется, что порой надо посматривать. Вот что это за хреновина там двигается, объясните мне, пожалуйста. Или это через стены показывает местонахождение того аниматроника, который лежал на полу. Ну ладно, я ничего не буду бояться, вы что, прикалываетесь, что ли? Я же Серж, я люблю играть в хоррор. Чуваки, мне уже нравится эта игра. Я реально готов пройти ее... Я реально готов пройти ее на основном канале. Чуваки, если вы за то, чтобы я проходил эту игру на основном канале, пишите в комментариях хэштег «Я за». Прям вот слитно и три буквки «Я за». И все будет прекрасно. Я слышу, что-то страшное происходит. Почему у меня 88% и no сигналится каждой комнаты? Что за дичь? Ребята, I don't know what the hell, but I need to go to dispatcher room, motherfuck, чтобы включить, видимо, весь свет. Знаете, я не знаю, что произойдет в те моменты, когда я буду ходить по этим странным коридорам, но, как вариант, можно идти, смотря в пол. Да, почему бы... Ой, блядь, там что-то было. Чуваки, я знаю. Главное, что я знаю, где находится эта сраная диспетчерская комната. 870. 870. Закрыто. Кто мог сменить пароль? Твою мать, вы что прикалываетесь? 8709. Да вы что шутите, сука? 8709. 1. 8708. 8706. Блин, чуваки, мне так и придется идти к этому сраному аниматронику для того, чтобы найти пароль. Потому что у него на листочке была эта запись. Была запись, сука, с паролем. Каждый раз они, наверное, меняются. Смотрите. Смотрите, там что-то горит. 624. 624. Окей, 624, братва. Уже понятно, что пароли будут меняться каждый раз. Это понятно. Хорошо. Главная задача это сейчас не смотреть. Это не смотреть никуда. Ёбаные сосочки аиста! Вы реально хотите, чтобы я играл в это? 624, сука. Черт, какой же там пароль? Блять, я что, пароль забыл? Почему я не стримлю? Почему вы не можете написать мне пароль? 642. 624! Да сука! Я не знаю, что делать. Ребят, можно я закончу, пожалуйста, серию? Я хочу закончить. Я хочу домой. Подождите, здесь кто-то ходит, блядь. Тут никто не ходит. Я дурак просто. Нормально все. Вы хотите, чтобы я посмотрел туда? Давайте посмотрим. Там же, блядь, никого нет. Куда там смотреть? Привет. Здрасте, ёб твою мать. Здрасте, мордасте. Привет. Там машина! Полицаи! What the hell? Почему там полицаи? А это что? City of Aurora? Я в полицейском департаменте, братва! Я что, полицейский? Я хочу закончить эту игру! Ребята, пожалуйста! Чё, блядь, я... Я привлеку сейчас к себе... Я, блядь, идиот, я привлек все внимание. Братва, пожалуйста, я хочу закончить эту игру. Давайте я закончу эту игру, чуваки. Короче, ребят, вы все слышали по ходу дела этой игры. Если вы хотите, чтобы я в нее играл, ставьте пальчик вверх. Набираем 7000 лойсов. И я продолжаю играть в эту игру. Обязательно пишите в комментах хэштег «Я за». Чуваки, с вами был Серж. Это была игрушка Case Animatronics. Всем спасибо, всем пока. Подождите, начать с контрольной точки, да? Окей, главное, что есть сохранялочка.